Сегодня в социальных сетях идет битва за умы и души нашей молодежи. Как уберечь нашу казахстанскую молодежь от вовлечения в деструктивное течение посредством сети интернет? Мы решили уточнить сегодня у отечественного религиоведа Бексутана Абдулова. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем именно с вопроса, какие социальные сети наиболее опасны для нашей казахстанской молодежи? Действительно, в наше время сейчас довольно распространенным явлением является вербовка посредством онлайн, то есть через интернет и через социальные сети. Если раньше вербовщики проводили офлайн формат вербовки посредством того, что они ходили там, например, на улицах, подходили к людям, задавали вопросы, начинался контакт, то есть контакт лицом к лицу, да, метод вербовки, то сейчас в силу своей дешевизны, быстроты, также в силу удобства, да, сейчас в основном вербовщики действуют онлайн. А почему именно объектом вовлечения в деструктивную деятельность является именно молодежь? Например, представьте то, что как, например, действовал тоже запрещенный на территории РК ИГИЛ, да, то есть они снимали, делали красивые фотографии, например, боевика, да, возле какого-то замка, да, возле какой-то дорогой машины. Людей, в основном молодежь, притягивало это, оно это заинтересовало их. И тогда их главная задача вербовщиков была склонить эту молодежь к формату вопрос-ответ. Мы часто слышим, что именно сайты знакомств также направлены на вовлечение молодежи в деструктивное течение. Это действительно так? Да, это действительно распространенная практика среди экстремистских религиозных течений. То есть, если обратиться к данным LinkedIn, то есть самыми распространенными сайтами и приложениями для знакомств на постсоветском пространстве являются сервисы Badoo, Друг вокруг, Фотострана и знакомство.mail.ru. То есть, а если, например, потенциальная жертва в виде девушки, да, в виде женщины, например, если тем более женщина после развода, она, например, ищет какого-то, ну, например, мужчину, да, будущего спутника, и для вербовщиков это прям, скажем так, золотой хороший вариант, лакомый. Да, лакомный кусочек. Почему? Потому что, ну, женщина надеется. Они берут и пользуются этой надеждой. Но здесь также необходимо отметить то, что помимо того, что мужчины вербуют женщин, то и женщины также вербуют мужчин. То есть, как это происходит? Она обещает ему там, ну, скажем так, рай, да? Она выглядит при нем в образе, она рисует ему образ, образ, скажем так, истинной мусульманки. Таким образом, она подвергает его дальнейшему общению. А в будущем цели могут быть разными. То есть даже та же отправка, например, в тот же, в ту же Сирию, да, где он может там стать пушечным мясом. Что вы можете отметить из новых методов воздействия на нашу молодежь со стороны деструктивных течений? На сегодняшний день, так скажем, актуальной это таргетированное использование деструктивными религиозными течениями таргетированной рекламы. То есть, если вы знакомы с таргетированной рекламой, то вы знаете, да, то, что таргет можно настраивать для воздействия именно на ту целевую аудиторию, которая вам нужна. Вот. И вербовщики, к сожалению, довольно, так скажем, продуктивно, да, пользуются данной методикой. Например, как это происходит, да? Они в таргет загружают какое-то фото, видео, контент, да, с какими-то интересными заголовками, которым не говорится о том, что мы являемся деструктивными религиозными течениями. Там, там все просто. Например, вопросы на какие-то, там даются ответы на какие-то интересные вопросы. То есть, откуда мы пришли, где есть Бог, да? Как читать намаз, то же самое, да, интересующий всех вопрос. Например, ну, тех, кто изначально начинает изучать религию. Вот. И... То есть изначально, получается, человек не замечает, а и потихоньку знакомится с помощью такой рекламы и входит в деятельность, да, таких течений. Да, абсолютно а так. А последующем уже вербовщик находит контакт и уже дает более полную и исчерпывающую информацию. Да. Ну, искаженную изначально, да? Абсолютно так, да. То есть пользователь, когда он увидит этот таргет, да, там, там еще таргет, он очень красивый получается, это контент очень-очень профессиональный. То есть он увидит его, он пройдет по ссылке, он начнет ознакомление с контентом. А контент, как я ранее сказал, он визуально поточен именно под то, чтобы человека заинтересовать. Также помимо визуализации, там еще и сама составляющая контента, она довольно профессионально, так скажем, подобрана. И человек, пользователь, да, в основном молодой человек, он начнет изучать этот
контент, он, возможно, начнется какая-то у него радикализация, какое-то принятие. Да. Человек, изначально не сведущий в исламской тематике, может подумать, что это действительно подлинный источник, да? Да, абсолютно, абсолютно так. Это даже можно приписывать это только исламу. Этим и неоразличные протестантские организации пользуются, да, которые у нас на территории РК, например, запрещены. Вот, они также пользуются этим. То есть человек начинает, как я ранее сказал, да, оставлять комментарии, да, как ставить лайки, например, да, или репосты себе делать, то, соответственно, начинается работа уже вербовщиков. Как я ранее сказал, анализ страницы, анализ публикаций и, соответственно, письмо, так скажем. Такой главный вопрос. Что делать, если, скажем, родители поняли, что его дочь и сын попали под влияние, такое негативное влияние? Куда им можно обратиться за помощью? За помощью обратиться, есть у нас единый номер ICOMEX 109, то есть вы звоните туда, говорите то, что у вас есть вопрос какой-то по религии, там, ну, дочь, сын попали в деструктивное течение, там, ну, любой вопрос, скажем так, главное сказать то, что это религия. Они соединяют вас с центром изучения религии города Нур-Султан. Там будут вам отвечать на вопросы теологи, психологи, религоведы. Необходимо также отметить, что это все будет анонимно и бесплатно. То есть звонок бесплатный и анонимный. Спасибо, что нашли несколько минут, чтобы уделить нам свое внимание и дать интервью на наиболее актуальную тему сегодняшнего дня. И хотел бы в завершение пожелать вам удачи в ваших сложных делах.